Здорово всем подписчикам игромании, с вами Рязан и Лестер. И мы продолжаем играть в спецоперации МВ2. Так, здорово, кто у нас будет бомбить их? Да бомби ты, я буду так с пулемета всех класть, как Рэмбо. Давай. А слушай, у нас разве не... Слушай, а ты Predator-то подобрал? Я поберу сейчас. Ты взял? Я уже взял. Блин. Значит, ты будешь бомбить. Давай, ладно, ты бомби, а я буду... Ты стреляй, а ты все равно записываешься. Веселее будет сейчас. Смотри на запись. Как раз стреляй. Вот так и противника. Группа целей. Что ты... Зачем ты... Я сасамбу устраиваю. Сасамбу? У меня еще пулемет есть. Кстати, надо здесь поставить мины. Да-да-да, ты, кстати, прошли. Все, я пока этого добил. Все. Первая волна легкая. Ну слушай, прям вообще развалили за 30 секунд, грубо говоря. Так, вторая. А он один ползет, ты чего его оставил? Да это так, знаешь, как будто... Все, я возвращаюсь. Калека. А-а-а. Смотри, сейчас грузовик будет подбивать. Смотри. Снимай. Да, вот. Хорош. Бомбануло. У водителя пукан. Блин, знаешь, анонсировали новую колду. Да, там, говорят, знаешь, негр такой классный, сексуальный, прям детализированный. Детализированный, классный, сексуальный негр. Это круто. Знаешь, просто я тебе скажу, что... Я даже не помню, как она называется, новая колда. А, Advanced Warfare, как-то так. Advanced Warfare, Call of Titan, Crisis Warfare, да? Souls, да. Honor. Да, вот так она называется. Так вот, там вот трейлер, да? И вот мы сейчас играем в МВ2. Вот если МВ2, вот, поменять трейлер и МВ2 местами, короче, по-моему, будет одно и то же. Ну, как человек, который не смотрел трейлер Call of Duty, может тебе сказать, что на твое усмотрение. Кстати, не знаю, я, знаешь, что-то заметил для себя, то, что я перестал смотреть игровые трейлеры. То есть вообще, как просто игра выходит, я смотрю уже по скриншотам, вот играть в нее или не играть. То, что, как правило, знаешь... Надо геймплей смотреть, а не трейлер. Да, что в трейлере, и что в самой игре, это, блин, это как бы Call of Duty Battlefield 4, ну, Ghost и 4-я часть, на которые... В общей сумме я 2000 рублей выкинул, и теперь жалею об этом. И на то, и на то жалеешь? Ну, батла частично себя отбила. Частично. Call of Duty вообще себя не отбил никак. Мне больше третья понравилась батла, чем четвертая, если честно. Она... свое время. Третья, когда третья она... вышла, и с четвертую сравнивать. Да, кстати, с третьей она, знаешь, более такая динамичная и рассчитанная, действительно, такой на мультиплеер. Так, а сколько... Мы на рядовом играли. Вот как раз сейчас мы, смотри, перезапускаем. Блин, выход. Давай еще раз на повышенной сложности. Да, подожди. Что-то я забыл. Ветеран оставь. Все, стоит. Ты, я надеюсь, не выключил запись? Да не, все нормально. Все, отлично. Погнали. Это мы размялись. Там сколько мы потратили? Минуты две, наверное, на это. Да, да, три спецоперации легковые. Я только этот беспилотник запустил, чтобы бомбануть на четвертую атаку. Это, типа, а все. Чё мы на ветеране играли? Чё за хрень? Ой, на ветеране, на рядовом. Забыли поменять. Так, значит, смотри, когда... Давай, ты бомбишь. Давай, теперь. Короче, я быстренько мина. Вот сейчас будет немножко посложнее. Ну, конечно. Раза два. Гаси их. А, беспилотника-то пока нету. Где? Просто гаси их. Ой! Сейчас. Что-то они больно бьют. Питер. Теперь они больно бьют, скажу я тебе, если честно. Да и конечно, ты как хотел. Подожди, беспилотник-то сейчас сразу не дают. Ох. Это же первая волна, то есть это же ветеран. Да, здесь уже харду. Так, тут постреливаешь по ним, смотри. Конечно, ты чё. Все, опять противников осталось. В свое время МВ я лучше всего играл. Ну, чувак, я тоже... Это я спецоперации и просто саму игру напроходил. Жесть сколько. Да я про мультиплеер еще говорю. У меня там 10-й престиж, все дела. Ну ты прям... Я смотрю, маленькую жизнь прожил в этой игре. Да, задротские времена. Так. Знаешь, такой прыщавенький Рязан сидит, играет в МВ2. В принципе, как и я, чувак. Я сколько лет, в 13-14 задрачивал, только так мне... Классно же, сидишь, чешешь яйца там, и соул бежит рядом там где-то. Ты чесал яйца в 13 лет? Чувак, а кто не чесал яйца в 13 лет? Они же иногда чешутся. Ой, боже. Давай, я, наверное, в 10 лет чесал, я же не помню просто, если...
знаешь, как бы чешется, надо почесать. Давай лучше считать, как, знаешь, в этом «Властелине колец», когда стой. Убийство не считали. Не убивай его. Чувак, ты знаешь, там башка в сторону отлетает, такой, блядь, лучше бы пристрелили его. Да ладно, зато быстро умер. Не, убийство считать не надо. Стреляй давай, я смотрю. Ну давай, эпичный взрыв, вот прям, давай. Сейчас. О, красота. Стрелять нет смысла, потому что у меня есть ракеты, и по сути, как бы, как мы посчитаем, что я там выстреливаю. Ах, сука, не успел. Раньше помню эту операцию, когда играли, там вообще такой огонь был, так круто. Да и сейчас круто. Подожди. Ну да, и, блин, здесь геймплей даже получше, чем во многих играх, которые только сейчас выходят, поверь. Ох, они как же отлетели. Молодец. Даже похвалю тебя. Петушня, еще бегает здесь. О, давай, блин. Короче, смотри, двойка осталась твоя, я сижу покурю, короче. Такой, знаешь, типа такой, знаешь, сижу, типа, не, нихуя делать не буду, я типа и так ракетами понавзрывал. Одна ракета стоит там 80 тысяч баксов, я ему колено прострелил. Я, короче, хотел, знаешь, как снимать с беспилотника и говорить, где они, типа, вот там, беги, стреляй. Ой, ты такой махаешь рукой. Ракета воздух-земля готова. Ты тоже всегда стреляешь из вот этого, набегают когда из-за угла издали, да? В первую очередь. Повторяю, ракета готова. Так, я в машине хочу их убить. Так, где? Блин, одного не убил в машине. Главного. Нормально. Ну ладно, ты попал вроде бы. Попал, нет? Да, машину сбил. Да я прикалываюсь просто. Я видел. О, они прижимают нас. Не, заебутся жесть. Чувак, вдвоем это знаешь, это мы сейчас вообще нет. Знаешь, мы еще такие, типа, ой, легкая операция. Скоро пойдут такие сложные, что мы там будем просто бомбить нас. О. В принципе, да, когда Джиггернаут придется валить день там на станции этой. Ой, чувак, да, там почти убили. Сейчас посижу сейчас. А, вижу. Ой, меня. Пойди, уходи, не высовывайся. Еще три. Да. Я тоже сейчас пулемет постреляю. От греха подальше-то. Все, чувак, готова ракета воздух земля. Сейчас. Ну, все отлично. Так, последняя атака. Кстати, что у нас? Звуком. Звук либо сбился игры. А, нет. Все нормально. Ракета воздух земля готова. Ты будешь бомбить или давай. Все. Нет, готов. Я сейчас просто этих, знаешь, я хочу Вадим убить. У них бронированные какие-то стекла. Когда они из-за угла выбегают, там просто есть смысл стрелять из зданий, даже если ракеты есть. Здесь можно одной ракетой почти всех убить, или даже вообще всех. О, чувак, из пулемета просто кладу, пока ракета-то не готова. Давай, я перезаряжаю, стреляю. Все, готова ракета, сейчас полетим. Чувак, ёпта, сейчас полетим. Смотри. Лети. На, сука. Куда она летит, как-то сбоку? 4 осталось. Что тут прячешься? Осталось 2. Вот знаешь, что меня еще вымораживает? Вот оружие в спецоперациях, да? И в мультиплеере. У них абсолютно разная отдача. И в одиночной компании, кстати, тоже. Ну, блин, знаешь, тут вообще динамика. Что в спецоперации, что в компании, что в мультиплеере. Там везде даже динамика игры разная. Так, давай отсрочку. У тебя 3 звезды есть, у меня нет, надо зарабатывать. Давай, пробежим. А уровень-то мы выбрали сейчас. Он остался, да, там один раз убираешь. Давай, короче, смотри, я иду по правой стороне, ты по левой. Все равно сейчас это на первом этапе, до того, как мост начнет рушиться, подниматься наверх. Такая музыка эпично играет. Да, потому что сейчас все равно как бы они с двух заходов будут заходить, вернее, с двух сторон. Сейчас пока вперед сразу не беги. Да, давненько это было, я даже не помню, как. Стой, говорю, не беги сразу вперед, надо выбрать эти. Винтовку возьми, автомат, и сейчас. Надо с подствольником что-нибудь. Да, кстати, бери ты с подствольником, я беру этот винтовку. Взял с подствольником и по 90. Петушка. Петушочек. Ну, отлично, у меня, короче, автомат и снайперка. Ты давай по левой стороне, я по правой. Поехали. Давай. О, это же новая колда, слышь? Call of Duty, как он там называется? Advanced этот? Advanced Warfare, который кризис. Чувак, меня сейчас убьют. Там просто, ты видел трейлер? Там тоже мост, там в Сан-Франциско. А мы как бы сейчас в Сан-Франциско, знаешь, эти золотые ворота. Чувак, меня сейчас убьют. Я знаю, не бойся.
Я что-то просто не сориентировался. Ты с пальца стреляешь, ты понимаешь? Ты знаешь как? Я, короче, снайпер-то не попал, просто чертило рядом, и он меня вынес. Ой, что-то они... Я говорю, я что-то тупо не попал в чертило. Да откуда что ты... Да ёб твою... Лестер! Не стой. Не, я обожаю вот эти операции, эту музыку из игры. Ну, музончик такой, этого... Драматичный. Душевный. Да. Ханс Зиммер писал саундтрек как бы к игре, не? Да, ну, он. Стой, сейчас машина рванет. Ну вот, отходи от нее. Сейчас второй заход. Так, пойдем. Опа! Нихера себе. Не, ну это реально новый Call of Duty. Короче, давай назовем Call of Duty... Как там, блядь? Ну, это сушеный качан. Понимаешь, это первая Call of Duty, название которой я не запомнил. Это пиздец. Я прошел все Call of Duty. Нет. Я даже на PlayStation не втором Call of Duty играл. Стой. Существует 21 часть Call of Duty. Ты прошел все 21 части? Я все прошел Call of Duty. 21 игру. Первый Call of Duty, второй Call of Duty 3, который только на PlayStation. Я беру на себя. Call of Duty World of War. 21 часть Call of Duty существует. А, нет, слышь, я пиздун. Знаешь почему? Black Ops не проходил, да? И Ghost. Нет, Black Ops я не проходил, первый, второй. Я не прошел Ghost, потому что это настолько редко стыныкал, что я когда играл, я плакал, честно. Я тоже не прошел. Я плакал, мне, короче, говно в глаза попало, и мне из-за этого слезы потекли. Да. Я знаешь, я еще немножко... Даже вертолет гасить. Я немножко мультиплеер Ghost еще поиграл, но потом... Я тоже поиграл. И мультиплеер там тоже очень кальный. Самый лучший мультиплеер этого второго, МВ. Все. В первом. Сбили вертуху. Нас нападает. Стреляй, короче, у тебя ж подствольник есть, стреляй по машинам. Они уже все взорваны. Слушай, дерзкий, смотри, прям в открытую выбежал как. Сейчас я свою снайперку возьму, издали поснимаю. Прям на машину запрыгну, как Рэмбо. Прикинь, нельзя стоять на машине, пишите, типа, вы не можете здесь стоять. Нельзя на машине стоять? Да. А чё ты там забыл на ней? Смотри, как я выгляжу вообще сзади. Не, на самом деле, в новую Call of Duty, конечно же, я буду играть и куплю его. И мультиплеер поиграю обязательно, но после Ghost'а как-то доверие упало. Ну, тем более... Ну, хотя делает новая студия, Sledgehammer Games. Как бы... Слушай, тот же движок, о чем ты вообще? Просто... Чего они говорят? Они новый, совершенно новый движок. Ой, блядь, я упал! Так, неси, сейчас все будет. Просто черты подбегают. Ты где? Давай, я отстреливаюсь. Отстреливаюсь сейчас. Нормально, я прикрываю тебя своей задницей. Ты знаешь, типа, когда тебя реанимируют, ты просто противника... Ой, чувака, который тебя реанимирует, ты закрываешь его своим телом, стреляют в тебя, и в тебя это плевать, тебя и так возрождают уже. Хочу, да, я тоже хочу взорвать. Гранаты покидаю. Видал, чуваков как раскидывает. Ох! Бахнул. Ну все, мы прошли. Отлично. О, один живой. А, это ты стреляешь. Да. Я знаешь, когда... Сделано. А там на время надо было, чтобы получить за... Да нет. А, просто пройти. Я помню, когда первый раз проходил эту игру. Зачем ты заново? Давай, давай, выходи в лобби. Да. Когда первый раз проходил эту часть, я помню, всех даже не убивал, тупо бежал к контрольной точке, там добегаешь, не обязательно всех убивать. Погнали мою самую нелюбимую спецоперацию в этой игре. А, немного для одной части? Не, еще не хватает. Хорошо. Друзья, у нас, знаете, мы отмеряем количество роликов, хватает нам или нет. Минус ролика. Не, ну так и должно быть. Ну да. Знаешь, я сейчас даже вот, это тоже моя одна из самых нелюбимых спецопераций, потому что слишком много врагов надо убивать, сука. И... Причем я помню, когда впервые играли, сука, постоянно собаки вымораживали. Да. Я знаешь, как их убивал? Бежал к машине, запрыгивал и стоял на нем в самом начале, где машины разбитые. Так, что ты там? Опять у тебя калькулятор твой? Нет, все грузит. У меня ожидание другого игрока. Нет, у меня еще грузит. А, у тебя грузит? Все, ожидание другого игрока. Ну, ждет тебя. Да, что-то сегодня тупит у нас Steam.
походу. До новых встреч. Подожди. Походу это опять баг этот. Черный экран, уходим. Да, черный экран. Что-то вот в последнее время тупик. Так, с тебя игра вдвоем. Hasta la vista, baby Jesus. Сейчас выйду. Стой. Че тебе привет? А я, кстати, сижу в пати с тобой, да, я не вышел из нее. Или ты уже пересоздал там? Я пересоздал, вот. Ну, выбирай ветерана. Да-да-да. Все. Вот. Зачем? Если такая байда, ребят, надо как-то перезайти. Да. Чуваки, знаете, если просто помните, заходите к кому-нибудь домой, а там байда, и сразу перезаходите в другую хату, просто без спроса. Вот, сразу загрузились. Отлично. О, глянь, тут расхераченная тачка. Смотри, стой. Кстати, никогда не брал второй этот рободан. Я всегда беру, чтобы смотреть, где эти враги. Смотри, вот сейчас как сделаем. Да не про то, я про двустволку. А будьте осторожны, чтобы гражданских не убить. Это конечно. Смотри, сейчас как побегут собаки, сразу запрыгиваем наверх этой. Смотри, я сейчас их приманю на себя. Погоди. Собаки ни о чем. Ты че? Эй, чувак! Ну, это чисто случайная жертва, знаешь, он сам кинулся. Да, я видел. Я просто стрелял в этом. Так, знаешь что? А сколько нам допустимо? Три? Три. Три допустимо. Подожди, нога чешется. Все, почесал. Давай почешу тебе ногу. Спасибо. Сейчас, стой, я собаку сейчас приманю. Могу стой. Патроны. Что ты с этими собаками? Готов они не самые же... главные здесь противники. А, вот тебя сейчас цапнет, бошку оторвет. Ой. Бегут. Все, бежим к машине. Быстрее на машину. Вон она, сука, спрыгивает уже. А-а-а, сука! Я их бошку сломал. Отлично. Где? Где-то рядом со мной. Я прям ювелир. Еще одной. Я ее расстрелял, все отлично. А слышь, как это у меня два раза подряд получилось? У меня раньше, когда я мелкий был, никогда не получалось. У меня, знаешь, чудом один раз тоже так вышло, и я отлично. А, кстати, слушай, если тебя собака убьет, наверное, все, игра закончится, тебя не откачаешь. Еще бежит. Откачаешь вообще-то. Где она? Я уж вон ее расстрелял сверху. Ага. В одиночной компании тоже ненавидел эту миссию. Хотя игру раза три прошел полностью. Блин, Бразилии здесь и вот эти тихо, все... Тихо, заложи, с моей стороны идут. Блин, че? Ты, тихо, заложники. Осторожней, Лест. Так, где это? Поди. Где этот сучара? Гранату кинули в меня. Вот знаешь, что... Вот эти Бразилии, это самое неинтересное и скучное, что есть в играх. Макс Пейни даже третьим не очень было. Ну знаешь, там-то хотя бы просто перестрелки. Там а немножко как... сделали с долей такой, знаешь, безумия, хардкорности. Там ну да. Что там было, я уже забыл, надо Макс Пейни вот эти. Я весь Макс Пейни прошел. Там наркоманы какие-то там были. Это в первой части. А в третьем там они что же бухали? Ну они бухали, но это как бы другая тема там была. Там бухали. Я проходил второй и третий. Первый я, кстати, не играл в Макс Пейн. Я в первый немного поиграл, второй я вообще прошел раз, наверное, 10. И второй третий. Можно пройти за 40 минут, по-моему. Да сейчас. Мировой помню. Рекорд. Ну это если вообще всем в хэдшоты классе бежать на автомате. Чувак, сейчас убьют. А, нет. Чувак, оказался базука. Знаешь, парадокс в чем? Тихо, заложники. Я убегаю. Парадокс в том, то, что у меня все было красным. Я сейчас, типа, должен был умереть от первого же попадания. Но прикол в том, то, что у меня высунулся чувак, у которого базука. Ох, я, он хорош. Тут в меня не попал. Ты ей бошку сломал. Да просто вообще красавцы. Слушай, чувак, просто первый раз. Знаешь, я обожаю АК, я возьму себе АК. О, да, детка. Любименький. Почти захочет. Залупа какая-то пробежал, постреливает. За дверью. Подожди, я сейчас достану дробовик. Еще один. Вот один чувак прям вот. Подожди. Тут до хрена их. Вот так, один прям за дверью. Вот ой, больно. Так господи, они тупость бегут и стреляют. Вот это вот просто вымораживает. Ветеран. Долбан. Ой, я взял УЗИшку, нет, погоди. Сейчас. Так. Куда он? Подожди, я по дробовику буду смотреть, где они. Так, 21 еще остался. Господи, сколько их здесь? Чувак, вот здесь прям до хрена их. Вот тут. Где-то.
А вот в доме. Ах ты, сука! Я говорю, в доме там дохрена их. Так, спокойно. Смотри, тут их, короче, в доме их четверо. Вот прям по прямой. Четверо, чувак, вот здесь. Давай гранатку им. Собака. Так, собака, да-да-да-да-да. Пали выхода, откуда она побежит. А-а-а! Чуть не загрызла меня. Я расстрелял. Да ёшкин! Чувак, ай, ты, она! Стреляй. Опять. Так и будем, короче, знаешь как. Один. Короче, на одного накидай, с другой стреляет, и похер там попадает и в своего. Просто прикинь, я в тебя из дробовика по собаке палил. Просто представь, как сколько в тебя дроби попало, по-любому. Сзади, смотри, вот тут за дверью стоит. Так, еще слышу, да я по звуку ориентируюсь. Слушай, тут четверо их вообще. Поднимай, там четверо. Все. Так, 12 осталось, поосторожнее с залажами. Ну, с этими, с гражданствами. О, глянь, первый раз здесь плакат вижу. Винганка. Винганка, смотри. Название прям какой-то этой советской водки какой-то. Винганка. Изображены какие-то петухи. Знаешь, типа реклама такая, мужик-то. Шиш ты, сука. Убил еще одного, помогай. Там знаешь, как, например, такой реклама такая, чувак идет бухой, да. Ну, нет, не бухой, это наоборот, после тяжелого рабочего дня шляется такой советский. И такой, типа, садится, и, знаешь, ему жена такая, типа, не хочешь ёбнуть немножечко в винганке? Он такой, давай. Так, я там видел противник, куда-то он делся. Собака еще бежит. Все, ты его размудохло. Вот, так, в доме там есть. 7 осталось. 5, гранат потрясающе кинул. Так, обернись, сзади там есть кто? Подожди, сзади... А, нет, вон, вот, есть, тихо, есть. Стой, я даже с дробовика вот буду смотреть, где кто есть. Так, так. То так есть прям на нашем респе стоят. Прикинь? Так, я еще одного вижу, подожди. Два чувака прям на нашем респе стояли, все. Все. Мы сделали это! Остановиста! И за 6 минут пройти. Да, остановиста, подписчики игромании. А, да? До новых встреч. Всем покедова и до следующего выпуска. Да, и желаю вам не попасть в Бразилию. И не пить винганку. Только если очень плохо. Или пить, короче. Кому как. По настроению. И сейчас, прикинь, завтра выходит водка по названием винганка. Они... Они забрали наши авторские права. Какие? У Call of Duty? Да. Все, всем пока.